В эфире совместный проект Радио Крым Реалии и первого канала Украинского радио. Слушайте Радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать. Продолжается эфир радио Крым. Реалию. Микрофона сегодня работает Татьяна Курманова. Как обычно, во время наших эфиров работает прямой эфирный номер телефона, по которому вы можете звонить и задавать вопросы нашим гостям. 044-490-301-18. Если вы на материковой части Украины, если вы в Крыму, для вас работает бесплатный номер 8 восемьсот 10-06-926. Важное событие. Крым посетили правозащитники домов прав человека из Азербайджана, Беларуси, Украины. Они находились на территории Крыма с 14 по 18 сентября. Как правозащитникам удалось побывать в аннексированном Крыму? Какие проблемы они смогли зафиксировать? Как происходит доступ международных организаций в серую зону? И почему практически не происходит международный мониторинг соблюдения прав человека непосредственно на полуострове? На эти темы поговорим в ближайшие 25 минут с гостями нашей студии, Белорусского дома прав человека имени Бориса Звозкова, Татьяна Ревяка и Олегом Мацкевичем. Здравствуйте. Добрый день, Крым в центре внимания. Итак, как мы рассказали, с 14 по 18 сентября были вы в Крыму. Давайте начнем с того, поскольку для крымчан и да, жителей материковой части Украины не часто это новость что вот, правозащитные организации непосредственно побывали в Крыму. Знаем мы организацию Трусхаунс, которая собирает тайно информацию для Международного криминального суда на территории полуострова. Некоторые правозащитные организации непосредственно в Крыму работающие, да, но тоже инкогнито. Вот вам удалось там побывать и побывать официально. Как мы понимаем, да? Как это удалось? Какой механизм был для вашего пребывания на полуострове? Добрый день. Мы были с разрешения украинских властей, то есть мы не делали какого-то отдельного запроса властям, теперешним властям Крыма, но для нас было очень важно зафиксировать то, что мы находимся, не скрываем свое присутствие, и когда пересекали границу, а пересекали там мы ее, имея на руках дозвел, а по тем часового пребывания на на территории Крым Украины. И нас, конечно, спрашивали, имеете ли вы такой дозвол и с какой целью туда приехали, да, прибываете, да, 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 угу. направляетесь. Первую вот эту процедуру проходила я. И мои коллеги примерно то же самое услышали. Я сказала, что мы направляемся для проведения правозащитного исследования. Мы будем исследовать ситуацию с правами человека. Какова же была реакция? Интересно, пос... какова была реакция? Немножечко так сотрудник, которого уже вызвал дополнительно сотрудник, который находился непосредственно в кабинке и проверял мои мои документы он немножечко подвис и спросил так это вот журналисты или не журналисты? То есть мне кажется, что, может быть, в данном случае не хватило каких-то особых знаний, что такое правозащитники. Но для того, чтобы получить эти знания, я думаю, нас эти документы собрали. В общем-то, было сразу же выявлено, кто находится в этой миссии. Притом они это вычислили сами, нас всех отвели в, отдельно, ну, в такой вот какой-то загончик, и за брали документы и мы ожидали, что в принципе нас развернут с нашими заявленными такими целями, открытыми правозащитной миссией, но было принято почему такое решение и как принято и с кем советовались, ну как нам говорят, что это были Люди бывалые там, что это как раз таки помещение ФСБшное. Но оттуда вышли и нам вернули документы и разрешили пройти назад. И, конечно, когда мы возвращались назад, уже буквально вчера, мы ожидали, что то, ну не там так нас э, перетрясут, но назад уже им будет очень интересно, какую информацию собрали, потому что они спрашивали, с кем мы будем встречаться, э, где мы будем жить, останавливаться. То есть такие вопросы были уже на входе. Но их не последовало. Я не знаю, почему так произошло. То ли мы проходили уже обратно, подру... обратно мы шли по другому КПП, но, наверное, если бы было какое-то общее такое указание, нас бы с любого этого КПП, с любого про... этого помешного пункта остановили. Этого не произошло. Задали Дополнительно, конечно, Как Беларуси или как правозащитникам? И как... у нас были не только граждане Беларуси, как вы уже знаете, это и граждане Азербайджана, Украины и Казахстана. Но нас спрашивали, как как граждан. И назад они уже не спрашивали, почему мы были там. Но были и были. И поскольку они, как мы поняли, не владеют дополнительной информацией, мы не стали им эту дополнительную информацию выкладывать. Во время вашей работы сталкивались ли вы с какими-то препятствиями, замечали ли, возможно, за собой слежку, либо какие-то такие моменты? Олег. Олег, Олег Мацкевич, представитель Белорусского дома прав человека. Я хотел бы, во-первых, уточнить насчет официального статуса нашего. Никакого официального статуса не было, никакого приглашения нам никто не присылал в нашей миссии. То есть это было открытое, как бы мы себя не, не засекречивали. Мы сказали о том, что мы занимаемся правозащитной деятельностью. Вот. Я думаю, определенную роль в том, что наша миссия состоялась, играет то обстоятельство, что мы все граждане бывшего СССР. Это, во-первых. Ну и то, что мы позиционировали себя именно как правозащитники. То есть было ощущение того, что слово «журналист» для них гораздо более небезопасно. Вот. Что касается ощущения безопасности пребывания на полуострове, как бы, да, было такое вот напряжение, четыре дня – Uh, оно было связано прежде всего с какими-то моими такими сложившимися как бы представлениями о том, что там происходит, вот, uh, уже, которые я почерпнул от знакомых, из прессы, из различных источников информации. Маленькое уточнение, вы впервые были после 2014 -го года на территории... С 2014 года впервые я был, uh -huh. да, лично я был впервые. Вот, uh, слежки за нами мы как бы не замечали, там было пару случаев, но эта слежка была э, за теми активистами, с которыми мы как бы встречались, вот. И э, еще один эпизод по, э, значит, свидетельствам того человека, с которым мы там встречались, он сказал, что вот э, там в одного кафе мы проходили мимо и он нам указал человека, который там дежурит как бы, с утра до вечера, и его основной целью там является вот прослушивание разговоров, так сказать, тех, кто там в кафе навещает. Вы уже предварили мой вопрос о том, что было в фокусе вашего внимания начали говорить об этом. Вот какие основные нарушения вы фиксировали или не нарушения, какие вот моменты вы уточняли? Когда мы формировали цели миссии, мы формировали вот эти направления, которые нас будут интересовать прежде всего, потому что спектр прав человека он слишком широк для того, чтобы охватить одной миссией. Мы были сосредоточены на вопросах свободы выражения мнения, свободы мирных собраний, свободы ассоциаций, а также свободы осуществлять правозащитную деятельность. И, конечно, это сформировало круг тех интервью и романных людей, тех людей, к которым мы обращались с просьбой о встрече, и тех тем, которые мы затрагивали. Конечно, темы оказались значительно шире, потому что когда человек рассказывает, и в принципе каждое дело, оно это комплекс раз, различных прав, и, и, очень сложно, ну, очень сложно, это придется отчленить какие-то вот вопросы, связанные с пытками, надлежащими условиями содержания, с дискриминацией, вероятно, с вопросами э, судебного. Э, э несправедливости судебной системы. Это все, скажем так, вопросы, которые присутствуют в каждом деле, но для нас они не являются самыми доминирующими. Мы будем как бы сосредотачиваться вот на этих вопросах, на четырех направлениях, которые мы обозначили. И поэтому нас интересовали, конечно, сами жертвы нарушений, нас интересовали адвокаты, нас интересовали журналисты, нас интересовали представители организаций, которые которых преследуются в Крыму. Ну и, несомненно, те люди, которые либо находятся под уголовным преследованием, либо если они находятся в местах ограничения, лишения свободы, то есть в СИЗО либо в тюрьме, то они то с их родственниками. То есть достаточно широкий круг встреч, которые мы провели, более 20, и встретились мы более, ну, около 50 человек, хотя это была, конечно, ну, такая работа на износ, потому что мы встретили, провели встречу по всему Крыму. То есть мы не были в одном месте, что мы сидели в офисе и только заходите следующий, заходите следующий. Нет, это не было. Это вы был в таких полевая миссия. Мы сами вот выезжали к людям, мы встречались, и мы были очень заинтересованы в том, чтобы нам доверяли, когда с нами беседовали. Вы как правозащитники, да, работающие на территории Беларуси, вот какие факты для вас оказались удивительными, возможно, дали впервые вы столкнулись с, таким, с вещами, которые происходят на полуострове? Либо это типичные проблемы, которые вот касаются ограничения прав человека везде. Ну, лично меня удивило то, что как бы, нарушение, такие нарушения, как право на жизнь, допустим. По-моему, около 17 случаев насильственных исчезновений. Правда, такая практика последние два года, по словам активистов, прекращена. Тем не менее, на место этой практики пришло сейчас значит, использование антиэкстремистского законодательства и законодательства, уголовное законодательства, которое преследует за разжигание национальной расовой социальной розни. Вот. Уровень вот, давления, которое там осуществляется на тех людей, которые занимают активную позицию, как бы он вот даже в сравнении с Белоруссией, где, ну, как бы считается, страна несвободная, да, он достаточно большой. То есть даже для меня, для нас, скажем так, приехавших из Беларуси, этот факт вызывает удивление. Ну, я бы еще, конечно, сказала, что меня поразило эти внесудебные признания экстремистами, когда люди не знают, что они экстремисты, а потом пришел платить за квартиру, бах, а ты уже экстремист, и тебе уже вот все заблокировано, и ты, оказывается, поражен в правах, но ты можешь... Тебе даже не уведомили об этом. То есть вот эта процедура совершенно для меня в голове не укладывается, такие серьезные такие... Ну, то есть последствия для человека, а человек об этом не уведомляется в каком-то порядке, а может а только случайно, не случайно, а вот в каких-то вот бытовых ситуациях он узнает о том, насколько он поражен в правах. Вот это для меня шок, конечно. Меня еще поразило вот то, что происходит на уровне процессуального законодательства. То есть то, что мне рассказывали, показывали документы, это ну, просто, просто назвать беспределом вот то, что творится именно в процессуальном в уголовном процессуальном законодательстве, административно процессуальном, это действительно беспредел. Возможно, вы какой-то пример можете привести? Кстати, вот мне вы... показывали документы, которые написаны решения по административному делу, которые написаны от разных лет, там разные, по-моему, шестнадцатый год, семнадцатый год, они написаны, то есть копипасы сделаны, там вписаны только фамилии. То есть, там абсолютно даже, по-моему, одна дата в этих решениях совпадала. То есть, ее забыли перепирать. Вот. Мне рассказывали о том, что как бы, э, таких нарушениях процессуальных, когда э, и, которую невозможно обжаловать. То есть, если человек начинает обжаловать, э, то эта вся жалоба ходит по кругу и как бы ни к чему не приводит абсолютно. И у меня такое ощущение, что они стараются на уровне вот, э, местного как сказать местного, на местном уровне все это закрыть и не выпустить, даже не выпускать на федеральный уровень. То есть вот, такое ощущение в интересах властей местных. Вы фиксировали эпизоды отдельные или кейсы? Да, вот, анонимно можете ли вы говорить вот, о кон конкретных случаях, возможно, которые да, слышали крымчане и жители материковой части Украины? Ну, мы э -э фиксировали, конечно, э отдельные кейсы, как как это называется, отдельные кейсы касающиеся отдельных лиц либо групп лиц, и э, кто-то нам говорил, что это невозможно говорить, то есть можно говорить о самом деле, но нельзя говорить вот о факте встречи, о факте там, передачи информации, цитировать и так далее. Но есть люди, которые открыто говорят, что они могут, что мы можем говорить об их делах, называть их фамилии. И ну, очень такой разный подход. Мне очень, конечно, я столкнулась с этим впервые, о том, что там в судебном решении это запрещена публичная деятельность и деятельность в интернете. То есть, вот например, Николай Семена, которого мы всем Ну, вот я, например, это у нас миссия была разделена на две группы, чтобы мы могли встретиться как можно с большим количеством людей. Это, наверное, коллеги встречались с формулировкой столкнулись и мы в другом деле и такие очень интересные конечно открытия для нас вот это во время этой поездки это не в одном деле не только николай семена не только да. там где-то еще у нас такие тоже были кейсы вот как бы мы узнали и меня поразило еще то что люди которые как бы осуждены да и им назначено это дополнительное наказание они не могут уяснить смысл этого наказания. То есть я спрашивал, а что такое публичная деятельность. Ну вот фотографию выложить в Facebook на свою страницу, это публичная деятельность или не публичная? А делиться и... раз... в частных разговорах информацией публичной да. является или нет? И никто По... не знает и никто не собирается объяснять э, осужденным, что это такое. То есть они ходят под страхом, таким непонятным, и любой там шаг влево, шаг вправо, чтобы снова его присанули, грубо говоря. Я напомню, что в эфире радио Крым Реалии говорим мы сегодня с представителями Белорусского дома прав человека Татьяной Ревяк и Олегом Мацкевичем. Ищите сайт Крым Реалии в интернете, наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.

В эфире радио Крым. Реалию микрофон работает Татьяна Курманова. Настраивайте свои приемники круглосуточно на частоту 105.9 FM. Пишите, звоните нам. 8 800 10 06 926 044 490 31 18. Номера телефонов, которые работают во время прямых эфиров. А я напомню, что мы общаемся с представителями Белорусского дома прав человека Татьяна Ревяка и Олегом Мацкевичем, которые были вместе с другими правозащитниками из Азербайджана, Украины и Казахстана, да? И Казахстана в Крыму с 14 по 18 сентября, где вам удалось зафиксировать ряд кейсов с нарушением прав человека. Почему, на ваш взгляд, вот важно посещение правозащитных миссий Крыма и других зон оккупированных? Но... Начнем с того, что, в общем-то, территория является достаточно закрытой. И, для, и насколько нам известно, и, что из институций международных, которые фиксируется ситуацию с правами человека, было всего два таких визита официальных. Это комиссар Совета Европы и специальное послание генерального секретаря Совета Европы. Это в 2014-2016 году. И фактически с тех пор вот каких-то официальных таких докладов не было. Были миссии наших коллег-правозащитников, которые попадали не вот этим путем, которым воспользовались мы, то есть с материковой Украины, и не скрывая свою миссию, они ставили себе целью больше собрать, то есть попасть и собрать информацию. Мы же еще хотели как бы промониторить возможность, то есть саму процедуру попадания, как с момента получения вот этого дозвила до момента того, когда мы уже возвращаемся, то есть что, это, что происходит на входе и на выходе вот этих на пограничных пунктах. То есть для нас был, и плюс еще, конечно, это одна из таких основных целей, это проверить, можно ли заявляя правозащитную миссию попасть в Крым. Ну, с журналистами, судя по всему, труднее, как уже нам было заявлено прямо там на месте. Но вот, оказывается, правозащитники пока еще не так страшны. Или, может быть, нет еще такого, говорю, этого окончательного понимания, что же они там делают. И для вот еще есть такой вот момент, что международная миссия, ну во-первых, как вот наши коллеги говорят, ну у вас взгляд новый, свежий, может быть, мы уже настолько вовлечены во все эти проблемы, что мы можем быть где-то очень, ну даже не объективны. что это важен такой профессиональный правозащитный взгляд людей, которые не настолько болеют вот этой проблемой, но которые неравнодушны, которые видят и понимают вот эти происходящие и видят смысл вот этих слов, которые нам говорят интервьюеры, и мы видим, что за этих словами, как они интерпретируются с точки зрения международного права, прав человека. Вот, ну, как мне кажется, что вот и вот этот элемент того исследования вот этого возможности попасть на территорию Крыма путем, который не нарушает законодательство Украины, он возможен. Но вместе с тем, ну, вот хотела бы немножечко покритиковать процедуру получения дозвела. Слишком ли она забюрократизирована, на ваш взгляд? И каким, каким, вы да, подвергались при этом проверкам, возможно? Я думаю, что вот эта процедура, она толкает людей в Керченский, на Керченский мост. Потому что не у каждого есть возможность фактически пять дней находиться на территории Украины и подав документы ожидать получения этого дозвела это связано ну, уже 5 дней эти нужно где-то жить как-то жить и не имея вот этого реального видения того что тебя пустят или не пустят ты несешь уже какие-то вот и временные и финансовые издержки Плюс, вот если бы не было коллег, которые вместе с нами ходили в миграционный вот этот центр, когда мне сказали написать на украинском языке цель моего визита я но ну, при всем уважении к украинскому языку я его читаю но я не могу написать без, ошиб без ошибок правда я не думаю что кто-то из моих друзей из Украины приехав в Беларусь мог бы быть Уверен, что он не пишет что-то по-белорусски <laughs> без ошибок. Но это может быть расценено как формальное основание. То есть, когда ты пишешь с ошибками, будет ли это формальным основанием для отказа? Не будет. То есть, кажется, что то не нужно настолько толкать людей на Керченский мост. Если упростить эту процедуру, она будет удобнее для людей, и она, ну, скорее, люди будут также стараться использовать вот этот механизм и вместе с тем не нарушая законодательство Украины и не имея затем последствий о том, что они побывали в Крыму каким-то способом, иншим путем, иным путем, который, в общем-то, нехорош. Собранные вами кейсы будут да, собраны, аккумулированы в доклад, который в октябре мы увидим. Дальше какова его судьба для международных площадок? Вы его, я так понимаю, готовите? Да, да, Олег, может быть. Доклад будет подготовлен в октябре, я надеюсь, мы закончим уже основной такой. И, конечно, это для нас очень важно, чтобы он был адвокатизированных международных организаций прежде всего ООН и информация из этого доклада она была использована в том числе для резолюции касающейся положения ситуации с правами человека в Крыму для нас очень важно чтобы вот та информация она работала она работала как для международного сообщества которое будет выносить рекомендации Украине, Россия, я думаю, что должна читать эти рекомендации и воспринимать как международный игрок. И... Ну вот, к примеру, доклады Миссион, как вы знаете, да, которые тоже мониторинговые миссии работают, в... ну, они не работают на территории непосредственно, но собирают информацию периодически, вот второй раз в год по а, решению Генассамблеи эти доклады готовят. А вот Феона Фрейзер, глава мониторинговой миссии в Украине, работающий, говорит, что они не прислушиваются совершенно к этим да, рекомендациям, которые вот, российской стороне непосредственно представлены. Вот в в этом случае или позволит вам что-либо надеяться на более успешный результат? Но к российской стороне не только эти претензии, прямо скажем, то она там не совсем выполняет те взятые на себя добровольно обязательства на международном уровне, и это невозможно это заставить сделать, но я бы не была настолько пессимистична, что они вот как бы не работают, не прислушиваются. Ясно, что сразу там Путин не возьмет и подскажет, скажет, о, девочки, вы так четко вот нам все написали, мы так и сделаем. Конечно, такого не будет, но давление на, междуна... на представительство страны, там той же Российской Федерации, в рамках ООН, оно будет оказываться. И это всегда такая игра дипломатическая политическая и э, я не думаю, что это уж совсем печальная история, хотя напрямую это ну вряд ли вот сейчас они вот, там скажут ну вот это сделали плюсик поставили это сделали это все э, вопросы вот этого наращивания давления и э, ожидания вот результата от э, качества э, и этой информации, проверенности этой информации, конечно, четкой выработки рекомендаций. И так много времени остается, вот если резюмировать наш разговор, да, вот на какие аспекты вы делаете да, акцент, и вот в целом, возможно, подводя итоги, да, вот какой вы видите ситуацию с правами в человек, с человека в Крыму на данный момент но сейчас мы еще только с колеса вы знаете мы э, говорить уже о выводах и рекомендациях которые вот я сейчас прямо вот тут сходу назову на самом деле э, это будет анализироваться объем собранной информации э, обобщаться э, и будут вырабатывать будут выводы э, и будут рекомендации э, вот сходу прям с колеса прям вот даже не обменявшись до конца целиком вот между коллегами всей информации мы не готовы это дать вот сейчас говорить единственное что вот будут эти рекомендации касающиеся вот этих четырех направлений свобода выражения мнения ассоциации, собраний и свобода быть правозащитником ну Олег все же вот вы какое я, мнение можете могу сказать, сказать плохо хорошо условно которое выходит за рамки нашего исследования на которое я услышал от журналистов которые там работают Они мне сказали о том что вообще мало усилия прилагают украинские журналисты для того, чтобы освещать события, которые происходят в Крыму изнутри, непосредственно. То есть сидеть тут и освещать то, что там происходит, но это одно. Это не свои слова, это их слова. И быть, работать в поле и освещать события, которые там происходят, будучи там, это другое. И как бы вот то число, которое там работает, оно очень мало. Поэтому это ваш огород камень. Безусловно, ну не в мой лично, поскольку я не могу перебывать в Крыму, Пас, поскольку паша, запрещен мне въезд Но ну, наших коллег, да, безусловно, собственно, это и послужило одним из поводов для вашей поездки Вернуть в повестку дня информационную, да. крымский вопрос да. в том числе Спасибо большое. Напомню, что сегодня в эфире радио Крым Реалии говорили с гостями нашей студии, представителями Белорусского дома прав человека Татьяна Ревяка и Олега Мацкевичем. Спасибо вам большое. А вы слушайте Крым Реалии, звоните в наши эфиры и смотрите наши трансляции.